Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Буквально несколько тезисов о прошедшей кампании с точки зрения, скажем так, может быть, поколенческих характеристик и результатов. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что действительно очень много сейчас идет разговоров о том, что мы живем в новой политической реальности. Единая Россия сегодня проводит выборные кампании в совершенно другой ситуации. Например, начиная с прошлого года, что все сложно, все неоднозначно. Но вот я хочу напомнить, что у нас сегодня в день голосования было избрано порядка более 45 тысяч депутатов, большинство из которых муниципальных. Если посмотреть на политическую такую вот структуру партии, как, ну, скажем так, на морскую гладь, да, когда мы видим, что наверху штормит, то опускаясь на 2 метра ниже, мы видим там тишь, гладь, и Боже благодать. И позиции стабильные, сильные. И вот в этих пропорциях, да, Единая Россия опирается на мощнейший фундамент практически в тысячи своих депутатов муниципалитетов. Это очевидно подтверждается. Что касается выборов в законодательные собрания, в городские думы, которые традиционно более конкурентны, а в этом году еще более конкурентны, чем раньше, то мы действительно в этом году провели целый ряд экспериментов, сделали несколько образовательных, кадровых новаций, запустили высшую партийную школу. И вот самое, конечно, говорить о результатах еще рано. Мы обязательно почитаем, посмотрим на кампании результаты наших молодых кандидатов, но уже сегодня можно делать некоторые выводы. Во-первых, я хотел бы чуть-чуть поправить своих коллег. Единая Россия по-прежнему на сегодняшний день не является самой молодой партией с точки зрения кандидатов. Мы даже не вторые, даже не третьи. Поскольку конкуренция молодых людей и кандидатов в партии власти всегда более жесткая, более сложная, да, пробиться в этой партии сложнее. Но тем не менее, больше 20% на молодых людей пробились, да, в списке кандидатов. И что мы видим сегодня? Мы видим при всем неравномерном распределении этого нового поколения, мы видим, что оказывается в конкурентных компаниях, сегодняшних современных конкурентных компаниях, оказывается, молодые люди 35 лет чувствуют себя вполне комфортно, как рыба в воде, они не стесняются носить значок, они возмущаются, когда убирают лейбл медведя с их листовок, вот, сопровождали. И эти результаты частично мы уже видим. Это вот новое поколение единороссов. Вот, к примеру, возьмем еврейский автономный Еребежан, да, административный центр. Там половина фракции на сегодняшний день, там, из 10 половина молодые кандидаты, которые вообще впервые участвовали, которые просто по возрасту молодые, да, которые составили конкуренцию. В Бурятии из 10 победителей единороссов 8 молодые ребята. Значит, если посмотреть, ну и по региону мы видим, да, и обратная ситуация. Если у нас есть там рейтинг средний возраст кандидатов, и понимаем, где, как вот это поколенческое обновление сработало в регионах. Вот, например, в Хабаровске, об этом сегодня говорилось, у нас Хабаровск абсолютный чемпион с точки зрения возраста кандидатов в партии. Да, это всего 6% молодых в административном центре и 11% молодых кандидатов в ЗС. Это, конечно, не является, безусловно, там, ключевым фактором, но это очень, мне кажется, важный штрих для понимания этого поколенческой ротации. Мне кажется, что эти процессы, которые мы запустили, будут развиваться дальше, и отчасти этот результат, который сегодня, надеюсь, будет для нас абсолютно удовлетворительным, или почти удовлетворительным, вот как бы с точки зрения выбранного партии курса, он себя оправдает, и мы будем дальше развиваться. Спасибо. Благодарю вас. Совсем несколько минут осталось.